как сообщает пресс-служба главы нашего государства, 15-16 сентября в городе Самарканде под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева пройдут мероприятия 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В работе саммита примут участие лидеры стран-участниц ШОС – Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также государств-наблюдатели при организации – Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии. В качестве почетных гостей приглашены главы Турецкой Республики, Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Армения – а также руководители Организации Объединенных Наций, других авторитетных международных и региональных организаций. В соответствии с повесткой дня Самаркандского саммита будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего наращивания многостороннего сотрудничества, практические аспекты и приоритетные задачи развития ШОС. Состоится обмен мнениями по международной и региональной проблематике. По итогам предусматривается принятие солидного пакета документов по расширению деятельности организации и углублению регионального взаимодействия в приоритетных сферах. Следует отметить, что предстоящее заседание станет первой за последние 3 года очной встречей лидеров ШОС после начала пандемии коронавируса в 2020 году. Данное мероприятие также завершит председательство Республики Узбекистан в организации, в рамках которого проведено свыше 80 крупных мероприятий. По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 14-16 сентября этого года посетит нашу страну с государственным визитом. В соответствии с программой пребывания в городе Самарканде пройдут двусторонние мероприятия на высшем уровне. В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширение многопланового сотрудничества между двумя странами. Традиционно в центре внимания будут практические аспекты взаимодействия и вопросы продвижения совместных проектов, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, инноваций, зеленой и цифровой экономики. Программ в сферах здравоохранения, образования и культуры. Лидеры Узбекистана и Китая также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам встречи планируется подписание совместного заявления и солидного пакета соглашений. 15-16 сентября председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 15-16 сентября этого года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит визит в нашу страну в рамках программы саммита Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в городе Самарканде. В повестку дня двусторонних переговоров лидеров Узбекистана и России включены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества, наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено расширению промышленной кооперации, активизации межрегиональных и деловых контактов, продвижению совместных экономических проектов и гуманитарных программ. Наряду с этим главы двух государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Президент Владимир Путин также примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси 14-16 сентября этого года посетит нашу страну с официальным визитом. Узбекско-иранские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия программы визита пройдут в городе Самарканде. Предусматривается, что лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития и укрепления многоплановых отношений между двумя странами. Обратят особое внимание на расширение практического взаимодействия в сферах торговли, кооперации, инноваций, транспорта, энергетики, туризма и других направлениях. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов. 15-16 сентября президент Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.